Всем наступит время четких правил, людей, созвучные землей, где люди будут наслаждаться природой с чистой водой. Мы будем думать о хорошем, мечтать мы будем о земле. Смотреть мы будем на планшетах, как мы играли на траве, как бегали по побережью, играли в поле босиком, как утоляли жажду снегом, и по весне всегда тайком сосульки с крыши обрывали, и это был наш леденец. В Урале рыбу добывали, тогда я был совсем юнец, теперь я бодрый старикашка, который хочет все вернуть. Но, к сожалению большому, нам ту планету не вернуть.